Сэндстоуне в Майнкрафте, мне просто не верится! Ребра! Ждем, крысим! Мы прямо сейчас будем играть дуэль. Мы играем на скин из Nameless коллекции. У нас есть у каждого три сундука. Первый сундук — это кожаная бронь, вторая — это кольчужная, и третий — это алмазная бронь, самая крутая. Да слышь, это мой сундук! Да, давай! Я буду за ГТ, не, я за ГТ. Да подожди, чувак! На тебе перхоть! Домой лежать! Слышишь, как ты меня так махаешь? Здарова всем, ребята, Кентуга на проводе! И прямо сегодня вам не показалось, мы нашли Сэндстоун в Майнкрафте! И я не один, тик-так, поздоровайся! Ребята, всем привет, мы находимся на Сэндстоуне в Майнкрафте, мне просто не верится! Блин, чувак, просто посмотри на свет, это не прикол! Посмотри, чувак, иди сюда, это Тёмка, прям к настоящему Сэндстоуне! Давай успокоимся, давай просто по порядку посмотрим! Успокоимся, мне тоже эмоции играют, я тоже в шоке! Ребята, просто прожмите за это лайк, если вы наберете 5000 лайков, я приглашу абсолютно всех ютуберов на эту карту, и мы сыграемся вместе массовую дуэль в Майнкрафте на Сэндстоуне. Будем брать, прожимай лайк и подписывайся. Так, тик-так, что мы подарим подписчикам, за то, что они поставят лайк, подпишутся на мой канал и посмотрят видео без подарок. Подарим стак алмаза. Ладно, ну конечно же ножик какой-нибудь. Подарим, конечно же, флип найф Драгонлэс. Нет, пускай они сами выберут любой нож до 5000 голды. О, вообще имба, база разира. Короче, ребята, смотрите, это нереально крутая карта, вам не показалось? Это тот самый Сэндстоун. Смотрите, это проход наверх. Как называется позиция? Это дом, дом. Чувак, это апак. Это дом, прикинь. Сейчас сразу говорю, здесь. А что так мало места? Ну, мало места, согласись, немножко, да? Слышь, а чё я вообще чёрный? Эй, не толкай! Так, ладно, погнали смотреть дальше. Ребята, посмотрите, насколько все реалистично. Ой-ой-ой. Чувак, это карман! А чё такой низенький? Да, тоже. Нет, кстати, не, нормально. Слушай, прикольно, да. Вау. Ребра! Слушай. Ждем. Крысим. Чувак, а давай на кейсы посмотрим. Даже кейсы сделали прям как в реальности. Стынтофи! Чего? Не, ребята, это просто что-то с чем-то. Смотри на лестницу, вау! Чувак, смотри, вот этот пацан, иди сюда! Даже вот этот пацан сохранили, вот этот легендарный пацан. Да, слушай, класс. Только вот тут должно быть повыше, вот это должно быть повыше. Ну да, читерская такая темочка. Так, чувак, идем дальше. А знаешь, что мне интересно все посмотреть? Мне интересно все посмотреть, как выглядят апарты! Вот апарты будут полные. Подожди, чувак, а мы Тёмку не глянем. А, стоп, куда? Чувак, а что это за дверь? Слышь, такой же двери нету. Чувак, это дверь на карте. Так, ну ладно, смотрим дальше, чувак. Это у нас Тёмочка. Тёмочка, ну, прикольно. Да, неплохо я. Чувак, это шорт-мид. Блин, ты просто представь, сколько на это потратили времени, чтобы все это построить. Пацан. А ну, здание пацан, да? А, блин, я забыл, что нельзя. Идем дальше, мужик. Чувак, давай похаваем. Тэплен. Ну-ка, скинь мне еды, алё. Ну-ка, еды. Давай, родной, похавай курочку, слышишь? Отдой! Тик-так, сантехник. Дай мне еды, алё, сантехник. Да чё, да я тебе должен хрыхавать. Только и думаешь про свиду. Тут даже апарты построили. Блин, чувак, я не... Давай ты первый, я не могу. Слышишь? Давай. Э, ты где? А, ты уже апарты? Чувак, это имбой. Я как апарты, я на это спауне. Чувак! А, ты спаун. Я и забыл, что есть ты спаун в натуре. Чувак, конечно, очень. Посмотри, тут даже есть мусорки, контейнеры, все по-настоящему. Вау, это такая имба. Не, просто респект строителям, те люди, которые все это построили, вам просто респект. В Майнкрафте поиграть в Стэндов 2 это что-то нереальное. Так, чувак, а теперь я хочу, чтобы первый зашел, потому что я уверен, тут будет полный разнос. Ой-ой-ой, полный разнос. Ты посмотри, тут радио не хватает тут, да, и стендофа. Нет, кайф, смотри, чувак, и тут еще. Даже проходы. Ну, кстати, смотри, ну габариты не прям идеальные. Чувак, а знаешь, что самое интересное, что мы будем с тобой тут играть дуэль? Ой-ой-ой-ой-ой. И будем играть дуэль не просто так. А знаешь, на что? На что? На любой скин из Nameless коллекции в стендофе. Чего нахрен? Блин, чувак, ты меня предупредил! Ну чё, тик-так, идем сюда, и мы прямо сейчас будем начинать. Слушай, а чё это за дичь? Вот это бред уже реально. Это же, видимо, они габариты не смогли сделать нормальные, поэтому... Как же мне нравится, как ты спаун, как же похож. Короче, чувак, смотри, мы с тобой выбираем дуэль. Дуэль будет реально, ну, недолгая, будет 3 раунда. Ну, давай. Но смотри, что самое интересное. У нас есть у каждого 3
сундука. Первый сундук — это кожаная бронь, вторая — это кольчужная, и третья — это алмазная бронь, самая крутая. Да слышь, это мой сундук! Да, я отдавайся! Буду... Я буду за КТ, не, я за КТ. Да подожди, я, чего? Я за КТ. Ну давай, давай, ладно, я тебе уступлю, так уж и быть. Твой видос. Да конечно, слышь, давай, чеши отсюда свою задницу. Давай. Мы уже все подожди, знаем. Подожди, смотри, давай так. Короче, чувак, смотри, мы прямо сейчас будем играть дуэль 4 раунда. Первый раунд будет на кулаках. Но знаешь, мы будем играть дуэль, как в настоящем стендофе, только бэй, Тёмка, прикинь. А давай на всю карту так интереснее быть, не? Не, давай. Ну давай, смотри, давай вначале будем играть Бэйтёмка. Давай, Бэйтёмка. Первый раунд мы начинаем играть на кулаках. На руках это понял, как на ножах получается. Да. Первый раунд просто разминка, что мы с тобой привыкли, как это и что. Но смотри, самое главное, ты не забываем. Дорогулечки, ты моя. Мы играем на скин из Nameless коллекции, понял? Ну что, понятное дело, будешь не кергол давать, я знаю. А куда ты на мид пошел? Слышишь? Подожди, мы не начали! Все, начали. Давай, раз, два, три, начинаем. Я буду играть по брендам, чувак. Давай. На тебе перхоть! Домой лежать! Слышишь, как ты меня так махаешь? Чувак, отстань! Стоять, падай! На, попал в прыжке! Чувак, давай, стоять! лежать! Сюда перхоть! За Майнкрафт, ты говоришь, Майнкрафт для школьников. Сюда, домой! Майнкрафт, да фу, блин, а сколько у тебя ХП было? Еще 3,5, чек, выиграл. Лака? 3,5 еще. Первая дуэлечка была разминочная. Первую дуэль мы просто прочувствовали, что, понимаешь, братик, мы просто прочувствовали, что такое Майнкрафт. Эштех раунд тик-таку. Ты не наглей, я выиграл раунд. Давай не брать, подожди. Не, подожди. Первый разминочка, мы же дуэлись на руках, в смысле, мы же играем без оружия. Не хочешь мне на близкой давать, признавайся. Давай, все, раунд мне. Нет. Все, второй раунд готов? Дядь, подожди, ты ХП отрегенил? Да, почти, сейчас отрегенил. Смотри, прямо сейчас каждый из нас идет к себе на спавн. И иди, открывай любой из сундуков. Ну что же, ребята, прямо сейчас будет жесткая фаталити. Кента БК против перхоти, падали и перча. Слышишь, ты падаешь, за это ты поплатишься. Я так понимаю, мы играем только с кожаной броней. Все, что, берем кожаную бронь, играем на всю карту. Каждый, где хочет, нами сидит. Ой, чувак, ща будет веселуха, а то попку. Я красавчик, слышишь, вообще имба. Так, ты где, давай. Все, давай. Дядь, ты готов? Играем абсолютно всю карту. По любым правилам. Можно крызить, можно делать что угодно. Всю карту, чувак, нифига себе. Да. Причем, я по привычке смотрю на мини-карту, тебя нету. Чувак, я смотрю на фонтан, как он классно сделан. Ой, я спалил себя, да? Ой. Братик, а ты где? Ты даже не знаешь, с кем ты связался, чувак. Я король Майнкрафта. Опа. Ага, конечно, никнейм я твой видел, родной. Крысы стейк. 3, 2, 1. Как? Опа, ты гонишь? О! Чувак, ты не понял ХП, серьезно, ты нормальный? Реально? Чувак, реально, что-то очень много. Опа. А ты где? Слышь, ты крысишь? А что ты крысишь? Падай. Мне кажется, ты в апартах. Да, роднолька твоя, я в апартах. Дядь, ну я так хочу тебя засадить, по самой не хочу. Ты где? Да! Кулачный бой! На кулака! Давай, домой! Чувак, ты меня стрелой мочишь! Да как ты опять замочил, чувак? Эштех в рот дал. Подожди, чувак, ты меня замочил. Чувак, я про Майнкрафта. Ты не знаешь, как правильно играть, а я уже знаю. Не, подожди, а как правильно бить? А что не правильно делать, чувак? Иногда кто быстрее нажимает, тот побеждает. Не, чувак, не кто быстрее. Надо ждать там буквально секунду, чтобы откатился меч теперь в Майнкрафте. А, чувак, поэтому ты меня замочил. У тебя первый раунд за тобой. Все, 1-0 в твою пользу. Окей. А, раунд номер 2. Чувак, давай, чтобы честно, я могу оставить эти патроны. Пули. Хорошо, давай. Давай. Раунд номер 2. Подожди, так я даже не знал, почему вы знали, что в Майнкрафте надо что-то откатывать там. А, я понял! То есть вот эта вот ерунда, что под прицелом, ее надо, чтобы она откатилась, да? Да, конечно. Вот этот, когда ты убьешь. Чувак, все у тебя было. Ты же учитываешь, что мы играем по-настоящему на скин из Nameless Collection Steam Dog. Кстати, чувак, я уже два раунда выиграл. Не, подожди, первый раунд размечен. Не, ну реально, чувак, первый раунд размечен. Слышишь? Да что было? Ну ты перхоть. Опа! Давай, родной. Да как? Ох, долбанный Майнкрафт. Чувак, ты же Майнкрафт играл сутками? Признайся. Попал. Опа. Еще, ты меня отнял. Опа. Чувак, как ты так жестко попадаешь? Бегаешь? Давай. Сейчас я на тебя замещу с мечом. Нападаю, развернись, я сзади. Ой. Чувак. Ты гонишь? Падали. Ой, найс. Пол ХП. Чё, иди сюда, перхоть. Ты врыл, у тебя пол ХП. Давай.
Нет, нет! Чё, я лук мой просил? Где лук? Мне лук где-то пропал! А? Да! Трындец, чувак, сюда на базу! Братик, уходи, легчайше. Ребят, просто прожмите за это лайк, Саша, я вынес так тик-так, как ну могли. Чувак, сейчас будет финальный раунд, который решит абсолютно все. Финальный раунд, я готов. То есть, смотри, у нас по одному. Первый, ну, на кулаках реально был разминочный. Готов. Давай. Все, счет по одному, согласен? Ну ладно, хрен с ним, ладно, разминочный так разминочный. Не, ну хочешь, подожди, можем сейчас еще раз на кулаках сыграть. Не, давай, это будет неинтересно, чувак, я готов. Я не баба, я мужик, поэтому давай, родной. Я готов, третий. Подожди. Давай, как настоящие джентльмены, я предлагаю тебе начать эту дуэль с меда. С меда на авиках. Ну давай. Чувак, куда ты уже пришел? У нас мид на авиках. Ты, блин, приперся сюда. Чувак, а можно я лук зачарю, пужи? Так, слышишь, отстань ты. Чувак, давай лук на откидывание сделаем. Не, чувак, все, играем, на авиках. Опа-па-па. Вот это жесткий. Чувак, я случайно таблички что-то написал. Давай, родной! Опа! Ничего, нельзя попадать. Опа! Ай, ты жесткая перха! Ах ты грибопепа, сюда! Чувак, я король авиков, даже в Майнкрафте. Опа! Ничего. Утиха, приставайся! Да! Начал играть, пошел камбэк, легендарный, братва! Сколько хп? Хп сколько? Не поверишь, бля. Полное! А у тебя? Реально? А у тебя? Чувак, ты хавал или что? У меня тоже полное. 3, 2, 1! Ай, говнюк, крыса, да? Чувак, давай зачарим лук нормально. Я играю по брейну. Да ёханый! Чел, да отстань! Брейн тебя подводит, чувак. Ай-яй-яй, брейн подводит малышечку нашу. Ну что, братик? А давай снимем алмазную броню или боишься? А, чувак, давай, я не против. Реально, снимаем? Давай, фуловую, я снял полностью ее, давай. 3, 2, 1, играем! Это финальный раунд на скин из нами с коллекцией. Братик. Да как нечестно! Не, чел, ты стрим снайпер, я тебе отвечаю. Что по хп, родной? Родулька? Да это по хп, к сожалению, отмена. Блин, ты где? Да! 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 Чувак, ты проиграл! Ты проиграл скин из нами с коллекции! Подожди, давай реванш, последний раунд, чувак, чтобы все честно было. Тупо понял, с зачаркой. Лук зачарован. Подожди, первый раунд. Хорошо. Чувак, давай! Это будет 2-2. Ты хочешь реванш? Окей, сейчас будет меня бита. Давай, чувак. Короче, ребята, ну а прямо сейчас будет самый финальный раунд. Потому что именно в этом раунде мы будем играть с бесконечностью. Сила 5 и откидывание. То есть это очень зачаренный лук. Я показал. Посмотрите, чуваки, у меня тоже это же самое. Ой-ой-ой-ой-ой. И прямо сейчас вот будет самый финал из финала. И кто побеждает, тот получает скин из Немо из коллекции. Дядь, а сейчас уже. А я на меду. А давай. Опа. Слушай, ну я должен нормально хп отнимать, по идее. Вот прям. Опа. Мне кажется, прям хорошо хп будет отнимать. Опа, проверим сейчас. Давай. Попал. А сколько отнял? Чувак, много. Реально? Сколько отнял? Очень много, чувак. А куда ты бежишь? Куда бежишь, девочка? Попал! Чувак, падай! Давай! Да! Куда бежим сюда, драгунчики ты мои? Куда бежим? Брат, это маслята. Знакомься, родной. Ты чё? Ого, ты хп отнял! Да! Ну что, братик, челюха отлетела, скажи честно. Чувак, это полный трындец, блин, ты был тупо на нубоголиму меня развивал. Я тупо выиграл, герой. Кого позвать следующий, пишите прямо сейчас в комментариях, а мы прямо сейчас перемещаемся с тендов, и тик-так будет мне отдавать скин. Погнали, братик. Пацаны, капец. Ну что, дорогулечки, ты моя? Что будешь мне сливать? Надеюсь, точки Хармони. Блин. Чувак, смотри, я тебе показываю, какие у меня есть скинцы. У меня генезиса здесь нету на этом аккаунте. У меня финфала. У меня фэнфала лазера тоже нет. Чувак, а что у тебя вообще есть? К-22 релика тоже нет. У меня есть. Чувак, я так закрою, чтобы ты не видел. Тычки гармония есть. Авик ТХ, В2 есть. Авик ТХ есть. Чувак, ладно, давай. Чарвик К2. Я сегодня в хорошем настроении. Так уж, брать. Я ставлю запросик. Он стоит всего лишь-то 7700. Дорогулечки, ты мои. Я тебе сливал за 7700. Куда? Да, конечно. Я ставлю запрос ровно 7к. Ты мне с 0.3. Ладно. Так, ты готов? Да, готов, 0.3 поставил. 7000 ровно, да? Сливай! Погнали! К!
Сюда на базу. Ну что, леди джентльмены, на такой хорошей, прекрасной ноте мы будем заканчивать это видео. Так что, пацаны, прямо сейчас напишите в комментариях, кого позвать следующего и сыграть с ним дуэльку на карте с Инстоуном в Майнкрафте. Также обязательно прожмите лайкусик, напишите любой хороший комментарий, подпишись на мой телеграмчик, там я разыграю вот этот вот хэллоуинский кирпак просто за подписку. Потом, братан, переходи, подписывайся, все даже ссылки в описании. На самом деле был ваш Кентуха и... Так, всем спасибо, всем пока! Пока-пока!